Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна Сергей Казаков. Сергей Казаков – студент 4-го курса. Осваивает профессию повара-кондитера. Говорит, что участие в конкурсе красоты и талантов среди студентов профессиональных образовательных организаций Самары не мешает успешно сдавать зачеты и экзамены. Очень круто, репетиции крутые, вступление будет тоже на высоте. Буду побеждать. Я успеваю все. И сессию, и конкурс вот этот, еще и российский студенческий отряд у меня, и волонтерство. Я все успеваю. Конкурс среди студентов колледжей «Самарский дом молодежи» проводит третий раз. В этом году в финал после заочных этапов вышли 20 человек. 10 молодых людей и 10 девушек. Здесь ребята могут блеснуть своими интеллектуальными талантами, своим творческим вдохновением заразить всех зрителей. Ну и, конечно же, подарить прекрасные эмоции каждому, кто пришел поболеть. Тематика конкурса 2022 года «Я – новое искусство». На отборочных этапах студенты писали эссе о своем месте в искусстве и диктант. Финал тоже начался с творческих заданий. Участники представляли образы из художественных произведений. Жюри оценивало умение держаться на сцене, улыбки и стать. Конечно, выбрать непросто. Очень много участников. Все очень яркие, красивые. Но я думаю, что мы справимся. Участники конкурса получили памятные подарки. Молодые люди, занявшие первые 3 места – статуэтки, а девушки – короны. А еще организаторы всем пожелали сдать зимнюю сессию на хорошо и отлично. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.